сначала я правильно, что да, 2000 лет предложения окончились, которое просто является Владимира, составило нас еще раз переосмыслить ту важнейшую роль, которую сыграл в нашей истории с первого русского князя Владимира. Очень часто мы говорим о князе Владимире как о политике, мы очень часто говорим о князе Владимире как воине, как победителе. Мы очень часто говорим о князе Владимире как человеке, но достаточно редко мы говорим о том, что князь Владимир является святым, равноотносно князя, что князь Владимир является примером святости для всего русского народа, что князь Владимир является примером святости прежде всего для тех, кому Господь верил в управление государства российского. Я, посмотрев эту выставку, я вижу, что сотрудникам исторического музея удалось подчеркнуть именно святость Таганрогского князя Владимира, не только политика, не только воина, но мы видим образ Таганрогского князя Владимира в иконографии, которая изображена. Мы видим иконы сыновей Таганрогского князя Владимира, первых наших святых, святых, святых старцодетцев, князей Бориса и Глеба. Мы видим продолжение той истории, которая и той политической, и духовного начала, которая положилась в Петропавловске князь Владимир здесь, в Херсонесской, купеи. Но мы не должны забывать, что не только Херсонесская купея для нас важна, но и Киевскую купею мы не должны оставить, потому что если Херсонесский князь ушел в Киев, где крестил народ русский, киевлян крестил. Поэтому для нас, для русского мира, для нас православных христиан, для нас нет этих политических границ, нет политических разногласий, которые, к сожалению, сегодня творятся. Мы должны, деятели культуры, деятели церкви Христовой, мы должны собирать наш народ, как некогда его собирал святой Равнопрусный князь Владимир. Если речь благодарю всех потрудившихся в создании этой выставки, я уверен, что эта выставка прежде всего необходима для нашей молодежи, которая должна знать и помнить, и передавать следующим поколениям великую славу, великую святость, великий подвиг, который совершился, когда он после князя Владимира, Владимир Владимирович, с праздником.